7 ноября на главной площади региональной столицы пройдет парад памяти 2024. Какое участие в масштабном мероприятии принимают областные юнармейцы? Что такое мини-парады и как зародилась эта идея? Кому из юных патриотов выпала честь пройти в памятный день по площади Куйбышева? Рассказывает начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Самарской области Алексей Родионов. Смотрите программу «Город С» 6 ноября в 19:30 на телеканале «Самара ГИС».